Вот такой сюрпризный. Вот такая коробочка. Вот так, вот такая, такая, не такая, такая, не такая. Нельзя говорить такая. Всем привет, охотники, бандиты. Приветствую вас на моем канале. Сегодня я вам хочу рассказать о моем новом приобретении. Это оружие ограниченного поражения. Пистолет Хорхе. Хорхе самой первой модели. У него стальная рамка, стальной затвор. Все остальное, кроме накладки на рукоять. В комплекте с этим пистолетом мне еще досталась вот эта красная сумка. В красной сумке у нас идет оперативная кобура. Нужная вещь. Две кобуры фирмы Бурс, город Ижевск, для разного ношения. Два магазина Техноармс. В комплекте с пистолетом шел вот этот шомпол для очистки канала ствола. И маленькая сумочка кожаная непонятного назначения. Кто знает, может объяснить, но для магазина она слишком большая. Прежде чем производить какие-то манипуляции с пистолетом, проверим. Достаем магазин, нажатием вот этой кнопки, это уже большой плюс по сравнению с платформой Макарова. Хоп. Магазин достался. Снимаем с предохранителя. Проверяем наличие патронов в патроннике. Патронов в патроннике нет. Контрольный спуск. Все, можно с пистолетом производить любые манипуляции. Магазин у пистолета металлический. Написано Хорхе. Пистолет очень приятный на ощупь. Весомый, тяжелый, в отличие от современных травматов, которые сейчас уже стали там силумин, не силумин, пластик, настоящий железный пистолет. Произведем неполную разборку. Для неполной разборки надо достать магазин, затворную задержку пододвинуть вверх, нажать с этой стороны на затворную задержку, выдавить вот этот часть затворной задержки, достаем затворную задержку, предохранитель. Выключаем, взводим курок, отводим затвор назад, снимаем затвор, снимаем направляющую ось с боевой пружиной. Все, неполная разборка проведена. Здесь видно, как работает ударно-спусковой механизм. Виден ствол, виден зазор между двумя зубьями. Ствол 0,3, для кого это интересно и кто в этом разбирается. Все, можно обслуживать, можно смазывать, чистить. Обратная сборка после чистки. Вставляем ось. С пружиной. Ставим затвор. Взводим курок. Оттягиваем назад затвор. Все, затвор встал на место. Вставляем с этой стороны затворную задержку. Вставили затворную задержку. Спустили курок. Включили предохранитель. Вставили магазин. Все. Смотрите мой канал. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.